ты же сам видел. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Тебе не победить! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Это был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть.
но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора, путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого, что тут случилось? Меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры... Они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Оп! Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Thank you.
Стоп! А как же ты переберешься? Наверху что-то есть. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там, в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Есть!
Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Смотри. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Кажется, там сундук. Как ты это сделал? Иди. Ага. Вон гора. Идем. Погоди. Крепкий. Видишь? Помоги. Помоги, отец. Держись. Скорей. Я сорвусь. Держись крепче. Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть... Совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Они справа от тебя!
Это последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри! Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену! Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Никогда не думал, что увижу. Yeah.
Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Передвигаться стаями. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Там. Запечатанный сундук. Внутри что-то хорошее. Атрей, за мной. Уже иду. Сын, сюда. Его звали Громвир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин.
Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Грунгнира. Пойди сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Должны быть начеку.
Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Дождись, манер! Мне его мать! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Они вернулись. Все кончено. Давай уйдем.
Тогда соберись. Надо искать выход. Это цель. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай, двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Чего застряло-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. А!
ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. А! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер, пикет, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Еще бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Что на этот раз сломали? Чего нужно? Уж только поосторожней давай, понял? Знаешь, чего хочешь? Не, ну, обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Что-нибудь для мальца? Ну, еще что-нибудь. Материал весьма прочный. С твоим напором пенек продержится. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место? Только не сломай мне там ничего. Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Ты в дерьмо наступил? Да уж, умеет твой папаша рубиться. Не уверен. Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Вот это хорошая сделка.
Чего закажешь? Решил чего? Ну что, удачной тебе резни. Но! Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Сын. Я рядом. О! Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. Хорошо.